просто... Да, я не знаю, это просто пульт. Сейчас, подождите, я посмотрю. Прям такой. Сейчас, секунду прям. Это колонка, реально. Знаете, как в детстве эти JBL колоночка была? Вот такая... Нормальная. Реально говорю. Как в детстве JBL была, знаете? Распаковка, но колонка нормальная, зачем вам? Типа, колонка, как колонка просто. Хороший звук вроде нормально. Вот она. Видите, типа колонка она у него, типа и колоночка нормальная. Просто музыку включаешь, я могу даже вам, типа... Я просто ни разу ее не пользовался, поэтому... Чекайте. Вот она. Вот она играет, видите? Я просто думал, что по такой бит там что-то либо вот про он, любовь, вот либо про милию. Лепаша. Знаешь, в голове возникает, но походу как-то так. Эй, эй, нормально. Крекер, утром кушал билет, делай, делай. Вечером посрал крекер, бро не хочет смотреть. Ай-яй-яй. Уже засрал трейлер, дождь не дотерпел до дома по пути. Нормально, нормально. Я говорю, это нормальная колоночка. Настоящих пацанов. Мастурбатор с музыкой, ты что, вообще ебанулся, что? Ладно, на самом деле, я этой темой ни разу не пользовался, ребят. Поэтому не думайте. Я ни разу не пользовался этой темой. Реально. Бля, зачем мне мастурбировать? Ну, зачем, ребят? Настоящие пацаны не мастурбируют и не делают этого. Этого не нужно в жизни делать. Это откуда она у тебя? Мне Куэртов ее подарил. У меня еще и жопа резиновая, но это подарила Луна. Ну, на жопу резиновую я не буду обзор делать. Вон она там стоит. Ну, реально, жопу резиновую я не ебал. Давайте с этого начнем. Зато вот эти